Я встречался и с родителями. Я говорил с адвокатами в Кишиневе и рекомендовал родителям обратиться к этим адвокатам, чтобы это были хорошие, серьезные, сильные адвокаты из Кишинева. Я встречался по этому вопросу и представил пакет документов Пиркета Пиола, миссии ОБСЕ. Я встречался со многими зарубежными дипломатами и выражал свою тревогу и беспокойство по поводу того, что вот пытаются из Гагаузии формировать образ такого, негативный образ для нашего региона. Это отпугивает и экономических агентов, и инвесторов отпугивает, и для нас это вызывает определенное беспокойство. Я свое беспокойство довел до послов зарубежных стран. Мы готовы этим родителям помогать всячески, потому что мы считаем, что это дело высосано из пальца, и кто-то хочет там получить погоны, получить ордена, медали. Для этих целей дискредитирует автономию. Не будет ни одного шанса у тех, кто пытается сформировать образ сепаратиста из Гагаузии, у них не будет ни одного шанса. Мы им не дадим такого шанса. Наша задача обеспечить здесь стабильность. Политическую, социальную, экономическую. Мы заняты конкретными делами. Мы решаем вопросы жителей автономии. И никаких армий здесь нету. Никаких центров подготовки боевиков, сепаратистов, террористов, то, как преподносит кишиневская пресса, послушная олигархами из Демпартии, у нас нету.